В суде Курчатовского района состоялось слушание по делу няни-садистки. В этот раз допросили родителей малыша. Процесс прошел в закрытом режиме. Подсудимая пожаловалась, что когда на нее направлены объективы телекамер, ей становится плохо. Дело няни-садистки прогремело на всю страну в октябре прошлого года. В полицию обратились родители 11-месячного малыша и принесли эти записи с камеры наблюдения. Отец малыша рассказал, они искали няню своему младшему сыну, нашли, как им казалось, подходящую кандидатуру через интернет. Но спустя уже несколько дней поведение ребенка насторожило родителей. Мы обнаружили просто жуткую съемку, где над ребенком издевались на протяжении всего дня. Я больше не могу сказать без слез. Это видео не для слабонервных. На Ларису Ульянову завели уголовное дело по статье «Истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии». На предыдущем заседании подсудимая еле держалась на ногах. Грубо отнеслась в отношении ребенка, а систематического избиения, истязания мною не было. Следующее заседание по делу няни назначено на 9 апреля.